И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я бы хотел вам сегодня рассказать о том, что у меня на стрим-канале сегодня будет видео, точнее не видео, а стрим, о котором, возможно, вы не знали. Вот, ну и маленько последних новостей. Во-первых, тем, кому интересно судьба Арка, я сменил сервер. Тот вайпнулся и поменял себе моды. Я сменил сервер. Во-вторых, что касается канала, я сделал плейлист, так он называется, ребята, стримы. Так что даже не подписываясь на тот канал, вы можете смотреть стримы. Стримы все будут пронумерованы. И во вторник я играю в стратегии. На данный момент я играю в Red Alert 2. Ну а по четвергам я сейчас буду играть в Проклятые земли. Как это можно узнать? То есть, когда вы подписаны на мой канал, стрим-каналы, вот он, видите, подписан, то, нажав подписки, у вас высветится вот такое вот окошечко. Здесь, как видите, название стрим номер один, Проклятые земли, часть первая, потому что я только начал. Вот, и, собственно, здесь вы можете нажать «Создать напоминание». И, кстати, здесь у вас будет актуальное ваше время. Актуальное для вас время. То есть четверг 22:00 это для меня. По московскому времени это будет 18:00. Но если вы нажмете вот это, то вам YouTube напомнит про стрим. Но если нажать на само видео, то здесь вы увидите, через сколько трансляция начнется. На данный момент через 11 часов 11 минут 11 секунд. Блин, ну я просто угадал. Начнется трансляция. Лайк можно поставить заранее, если вы хотите. Можно написать какой-то текст, если вы хотите. Тут уже на ваше усмотрение. Я специально написал, чтобы себя в модератора добавить. Адзака я уже добавил. И, кстати, да, здесь есть тот самый Адзака, откуда он взял ник Адзака, можно так сказать. Вот, в общем, что я хочу еще вам сказать. Подписывайтесь на стрим-канал, общаемся вместе. Кстати, сегодня я сделал правила, свод правил. И также я хочу попробовать на заказ ставить музыкальные треки. Кстати, что-то так сейчас подумал, я сумму слишком какой-то. В общем, трек будет за символическую плату, чтобы вы не заказывали все подряд, и мне не пришлось там сидеть, и в итоге я весь стрим буду устанавливать только музыку. Это будет стрим пробный. Посмотрим, что да как да где стоит изменить. Ну а на сейчас все. Приходите сегодня на стрим-канал, а уже завтра будет серия по Арку. Да, там уже будет серия на новом сервере. Кстати, да. Надо пойти серию записывать, однако. Ну все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Подписывайтесь на оба моих канала, если вы еще не подписаны на них оба. Да. Я думаю, раз вы смотрите это видео, то вы подписаны на этот канал. А вот на это стоит подписаться, да, уже 35 подписчиков, и спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки. Кстати, вот если нажать этот колокольчик, и на моем канале, и на этом, то это будет напоминание. То есть, вот, сообщите мне обо всех новостях этого канала. Сохраняем. Эх, хорошо. И вы не пропустите все мои видосы, что здесь, что на этом канале. Да, здесь тоже нужно будет галочку ставить, колокольчик ставить. Все, всем пока. Кстати, у меня в новом сезоне будет замок. Спойлер для тех, кто посмотрел видео до конца. Да, вы молодцы.